Добрый вечер, меня зовут Михаил Скобойников, я представляю команду «Йети», которая играет в этом сезоне в третьей лиге. Итак, хочу ответить на первый вопрос, какие у нас впечатления от игры нашей команды в первых четырех турах. Ну, первый тур у нас не состоялся, последующие три тура мы взяли в каждой игре по три очка. Игры были интересные и насыщенные, и как бы такого начала сезона у нас не было за всю историю нашей команде в христианской футбольной лиге. Пару слов о новичках нашей команды. Команда в межсезонье пополнилась буквально несколькими людьми. И основные причины наших побед в том, что мы подошли в очень хорошей физической форме к началу чемпионата, потому что всю зиму играли и в зимних кубках под эгидой ХФЛ, и в других зимних кубках, и в том числе каждую неделю арендовали зал, даже в рождественские праздники и перед Новым годом мы тоже играли, поддерживали хорошую физическую форму. Что хочу сказать о соперниках, с которыми мы уже сыграли первые три игры, и кто нам из них понравился. Очень понравилась игра с Торпедо, потому что выходили на нее с ощущением того, что наша команда является аутсайдером в этой встрече. Но то, как мы построили игру и смогли навязать именно свой стиль игры для команды Торпедо, у которой они очень скоростные и имеют очень хороший удар, но благодаря потому что навязали свой стиль игры, смогли у них вырвать победу. Команда очень сильно понравилась, у нее очень большой потенциал, и мне лично очень жаль, что сейчас они несколько игр, я знаю точно, две игры они проиграли, третий результат не знаю. Все, спасибо. Доброго дня, Артем, команда «Спарта», капитан команды. Щодо перших чотирьох матчів, пройшло взагалі три, в принципі, не дуже задоволений, тому що команда щось дуже багато приділяє саме вільному часу, саме розвагам, а не багато часу приділяє саме спортивним змаганням. Щодо нових гравців в команді, це один хлопець до нас прийшов з Катрану, інший із іншим ми просто познайомились в потязі, тому він, в принципі, також у нас в команді. А щодо найбільш сильного суперника, це, звичайно, «Фієста», дуже сподобалось, повністю нас переграли. Я думаю, це буде один з претендентів на чемпіонство в цьому сезоні. Всім вдалих святкувань. Я Грильов Віктор, вратарь команди ФК «Бронь». Впечатлення від початку сезону, звісно, у нас хороші. Жалко, в последней игре у нас не было лидеров, которые должны были помочь, и мы проиграли обидно, уже не помню кому, Спарте проиграли обидно, но ничего страшного. Так, планируем занимать первое место и идем уверенно к этой цели, и надеюсь, это будет последнее поражение. По поводу новичков, особо новичков у нас нет, вернулись старые игроки, ветераны нашей команды, но каши не испортили, молодежь не обижает, так что тоже все нормально. А из соперников понравилось... Днепр понравился, была интересная игра, и достаточно неплохая игра была с «Фиестой». А так, мы броним, мы нацелены на победу, и я думаю, что сезон для нас пройдет удачно. Привет, меня зовут Олексій, я капитан команды «Вікінг». Враження від перших турів, в принципі, більш-менш хороші, хоча набрано лише 6 очок з 9, але, тим не менше, думаю, надалі буде краще. Новачків в нашій команді нема, граємо старим складом. А щодо суперників, то сподобались і три суперники. Новою для нас була команда «Ньюкасл», які показали, при тому, що програвали нам по ходу зустрічі з великим рахунком, показали змістовний футбол. І я думаю, що вони ще візьмуть свої очки і відберуть її в конкурентів. Олексій Буряк, команда «Дніпр». Які впечатлення у мене від ігри моєї команди? Довольно-таки неплохо. Второй тур, который не переносился, конечно, чуть провалили. Следующий, вроде тьфу-тьфу, потихоньку игра налаживается. Дай бог, будет все нормально. Говорится. О новичках сказать, что можно сказать. Команды, в принципе, сильные, все хотят выиграть, все хотят бороться. То есть чувствуется нормальная спортивная атмосфера. Плохого, как говорится, ничего сказать нельзя. И с командами, с которыми мы опять-таки играли, все показывали хорошую игру, борьбу до последней минуты. То есть чисто футбольное настроение у игроков, я так думаю. И дай бог, чтобы было дальше так же самое, так же играли все. Здравствуйте, меня зовут Дыченко Антон, я организатор команды «Атлетика».
Впечатления от игры нашей команды в начале этого сезона у меня очень хорошие. Я всем очень доволен. Что касается наших новичков, то новички мне очень нравятся. Мне очень нравится, как они играют, как они влились в коллектив, что не закрыли самые нужные для нас позиции. А из соперников, если честно, выделил бы всех, потому что все три команды, с которыми мы играли, это очень сильные, очень сплоченные коллективы. Особая радость от победы у нас была от игры с СЛК. Это, ну, можно сказать, один из наших главных соперников. Вот. А остальные команды тоже очень сильные, очень достойные. И очень будет интересно. Руслан, команда «Фиора». Впечатление игры нашей команды двоякие. С одной стороны, хорошо играют, вроде комбинации, есть и пас. А с другой, есть проблемы, которые мы будем решать по ходу сезона. То, что мы мало забиваем и много пропускаем. Много новичков нашей команды, очень хорошие. Остается командам только сыграться, и все будет хорошо. А соперниках, которых играли мы мало, всего лишь 3 игры, но понравился «Викинг». Силовая команда хорошая, и за счет силовой игры дожали нас в конце. Здравствуйте, меня зовут Сергей, я капитан и организатор команды «ФК Профи». Первый вопрос, какие у нас впечатления от игры нашей команды? Ну, сыграно из 4 туров 3 игры, принимал участие я в 2 из них. Вот, скажу, что первые игры — это, как говорится, определение состава. Начинаем только входить в сезон. Вот. То есть, в принципе, запасных игроков не так уж и много. Вот. Но нужно все равно проиграться, потому что пару новичков все-таки в нашей команде есть. Они молодые, вот. Перспективные, но тоже нужно еще сыграться. Вот. Хотя по сравнению с прошлыми сезонами состав у нас особо не поменялся. Вот. Кто понравился из наших соперников, вот, скажем так, первые 2 игры, первую мы выиграли с небольшим счетом, вторую сыграли в ничью, поэтому даже так особо выделить некого. Вот, то есть и та команда сыграла хорошо. Вот, в ничью мы сыграли 2-2, буквально на последних минутах забили гол, который принес нам очко. Вот, а с командой, которую выиграли, тоже, как говорится, пришлось поработать на поле, вот, и доказать, что 3 очка заслужены. Меня зовут Максим, команда СЛК. По поводу впечатления первых игр, впечатления не очень положительные, так как команда пока не добыла ни одного очка. Но будем бороться, будем наверстывать в следующих турах упущенное. По поводу новичков у нас в команде нету, то есть как бы все старые игроки, то есть команда у нас уже довольно-таки давно играет в одном составе, то есть поэтому, в принципе, нам взаимопонимание есть в команде, поэтому легче. По поводу соперников, с которыми мы уже играли, кто понравился больше, тяжело сказать. В принципе, как бы команды, с которыми мы уже играли, в принципе, уже знакомы. То есть, ну, в третьей лиге сейчас, так как немножко поменялась организация, то есть, в принципе, интереснее, и команды добавились интересные. То есть, ну, как бы, что-то новое сказать. Будем играть, уже будет в результате, будем смотреть. Здравствуйте, меня зовут Сергей. Я представляю Боруссию в третьей лиге. Какие у вас впечатления от игры вашей команды в первых 4 турах? Я бы сказал так, что противоречивые. От первой игры, которую мы проиграли, 1-2. Поскольку, скажем так, сравняли счет мы на последней минуте, но вместо того, чтобы удержать то, что уже достигли, вдруг, сломя голову, помчались в атаку, пропустили на последних секундах. И нормально, исходя из того состава, который был, у нас на нападении не было вообще никого, а 3 игры, где мы сыграли 0-0. Пару слов о новичках вашей команды. Ну, я так полагаю, что если человек любит футбол себе, а не себя в футболе, то играть с ним в команде – одно удовольствие. А в общем, чем более старшим есть игрок, тем менее проблемным он есть на поле для партнеров. К
Кто из соперников, с которыми вы уже сыграли, вам понравился, и объясните почему? Ну, не хочу никого обижать, никто не понравился. Поскольку они сыграли так, как мы им позволили. Вот так откровенно. Здравствуйте, меня зовут Тарас, я представляю команду «Торпедо». Вот, команда вошла очень тяжело в лигу, очень вошла тяжело в чемпионат. Но я думаю, что потихонечку начнем набирать обороты. Вот, в команде появились новые игроки, потихонечку привыкают. Вот, и я думаю, что поборемся за пятерочку. По поводу новичков, пару пришло хороших людей, но еще видно, что люди не сыгранные между собой. Вот, но мы над этим работаем, тренируемся раз в неделю. И я думаю, что все-таки результаты будут. Вот. По поводу того, кто понравился. Понравилась последняя игра очень с Боруссией. Была динамическая игра, вот, интенсивная, от ворот к воротам. Вот. Не удалось забить, но тем не менее игра была напряженная.